Ежедневная текущая дезинфекция ведется во всех это подъездах домов ЖКС. Начинается она в 5 утра и ведется это в течение целого дня. Что в нее входит? В первую очередь, в тех домах, где есть лифты, это кнопки лифтов. Во всех домах это ручки на входной двери, ну, естественно, с обеих сторон, вот, и это перила. То есть, в домах ОСМД это ведется силами ОСМД. В дома ОСМД наши мобильные группы выезжают на дезинфекцию. Это только в том случае, если этот адрес указан это лабораторным центром, как это подтвердившееся на это коронавирус, либо если есть это подозрение. Это тогда выезжает наша мобильная группа, о которой мы уже говорили, и ведет полностью дезинфекцию этой парадной, вне зависимости от того, ОСМД это, либо дом ЖКС. Хотелось бы отметить, что сейчас мы работаем с сертифицированной организацией «Инфекционный контроль», вот, и нам они это подготовят, все алгоритмы и технологические карты по дезинфекции как общественного транспорта, так и наших домов и подъездов. Обращаюсь к руководителям ОСМД. Как только мы это получим, эти алгоритмы, эти технологические карты, мы их все передадим вам. Это, пожалуйста, введите дезинфекцию согласно этих алгоритмов, это очень важно.